Blender 2.81, всем привет! Вопрос звучит так: как вот сделать этому персонажу теперь следы? Маленький принц был по сценарию, по книге, он был в пустыне. И если он будет идти по пустыне, однозначно от него должны оставаться следы. Этой темы и информации в интернете я не смог найти, но по совету на канале ProIZO, зайдите, посмотрите, там вообще жесть. Человек Blender знает от и до, вообще классно объясняет. Если что, на стримах задавайте ему вопросы. И вот давайте посмотрим, что нам в этом деле может помочь. Опять же, будут эксперименты. Если они будут получаться, я их буду выкладывать. Если даже не будут получаться, буду выкладывать и акцент ставить на свои ошибки, что пошло не так. Будем все это рассматривать. Кому интересно, заходите на канал и смотрите, что будет с этим персонажем дальше. Все, давайте разбираться, как это дело происходит. Сначала Delete, убираем куб, заходим в это, добавить Mesh, находим плоскость, жмем английскую S, делаем все дело это побольше и добавляем в Mesh опять же UV-сферу. UV-сферу можно тоже немножко уменьшить. Ставим 3 на numpad G, поднимаем вот сюда куда-то в бок именно сферу, переключаемся на наш план, тройка на numpad и R, вот так ее выкручиваем. Теперь G можно немножко поднять, подрегулировать. Заходим в функцию вот в эту настройки физики и ставим твердое тело. Для плана ставим именно пассивный. Для сферы ставим теперь твердое тело, оставляем активным. Здесь также отклик поверхности, вот можно настраивать трение, прыгучесть. Вот давайте прыгучесть побольше поставим, вот так. И плану тоже поставим прыгучесть, ну где-то тоже вот так вот. Смотрим, как все это дело происходит, таймлайн. Вот все это прыгает и все это дело катится. Все прикольно, доводим до конечного кадра, где он тут заканчивается. Вот тут. Это у нас 121 у меня. 121 Enter. Теперь у нас все зациклено будет. И поставим на нулевой кадр. Дублируем, жмем Shift D, дублируем план. Поднимаем еще один план вот так вот. И смотрим, что происходит. Прыгучесть сильно большая. План вот здесь его уменьшим. Смотрим что да как. Вот теперь все упало, все нормально. Все катится. Можно немножко прибавить прыгучести плану. Возвращаем все назад. И теперь вот этот план нажимаем. Так, отключаем ему твердое тело и добавляем динамическое рисование. Вот так вот. Здесь ставим, стоит холст. Ставим теперь на сферу, нажимаем тоже. Это не отключаем твердое тело, а добавляем просто динамическое рисование. Ставим кисть. Так, следом. Находим вот этот план, нажимаем на него, табуляция. И теперь на сабдивизии добавить, подразделить ее. На ребра нажимаем, находим подразделить. Появляется в левом окне вот такое внизу подразделить окошко. Вытаскиваем его и ставим где-то 70. Enter. Все, подразделили, жмем табуляцию, заходим в объектный режим. Так, теперь добавляем, добавить холст. Здесь вот у нас стоит вершины. Так, что еще у нас тут настройки? Кисти. Здесь ставим тип поверхности. Так, вес попробуем. Так, теперь ставим, нажимаем на сферу и заходим, смотрим, что тут у нас. Добавить кисть.
все здесь настройки, смотрим, как все это дело происходит. Вот вы видите, что не остается следа, а след должен оставаться. Заходим на план и смотрим, здесь стоит вес, значит, смещение, так, попробуем смещение поверхности. Вот у нас теперь остается след. Не знаю, видно вам, нет, сейчас поставлю другой цвет на этот. Так, это у нас материал. Заходим в материалы, создать материал и поставим сюда цвет какой-нибудь эдкий. Ну, пусть будет зеленый. Переключаемся в рендер. Вот теперь зеленый цвет, а именно в сфере поставим материал другой. Поставим, наверное, синий. Вот так вот. Так, будет видно, не будет видно. На зеленом навряд ли, да? Ну, давайте оставим тогда зеленый, оставим, поставим серый немножко. Так, белый. И посмотрим, что тут происходит. Вот у нас остается след именно от сферы. Вот он. Будет его видно? Нет, фон белый. Сейчас если поменять на синий, вот на синем более-менее видно. Красный не очень. Поэкспериментируем. Вот на коричневом видно его. Остается вот такой вот след. Вот так вот свет падает. Вроде вам должно быть видно. И вот этот вот способ хочу использовать именно в оставлении следом персонажем. Вот как это все будет. Будем смотреть, будем пробовать. Если у кого-то есть информация, как иначе сделать следы от персонажа, то делитесь. Пожалуйста, пришлите ссылку или просто в контактах напишите, куда хотя бы это дело направить, смотреть куда. Все, всем пока, до свидания.